Гость. Это у нас Рено Логан. Тут небольшие дефекты, как сказал хозяин. Ерундовые. Надо чуть поправить. И кисточкой замазать и кататься дальше. Такой настрой. Ну, нас интересует, как вот эта вся красота разбирается, как снимаются обшивки и вообще, что там у них внутри. Вот мы сейчас посмотрим, как снимаются обшивочки дверей. Вот, на примере передней левой двери и задней правой. Поехали. Вот здесь один винтичек, второй. Здесь снизу, по идее, все на защелках. Ну что, будем открывать и смотреть. Здесь у нас вот такие вот не саморезики, а шестигранники. Вот здесь вот такая красотулина на 27 она. Выкручиваем, и здесь у нас что? Вот таким образом берем. Раз, и она выходит. Здесь все понятно. Здесь намного меньше. Здесь у нас вот такая красотень, но она на 15. Снимаем шкурку с динамика. Вот здесь на таких защелках. Здесь еще 4 шурупчика. Тоже таких на 15. Берем их, выкручиваем. И смотрим, что дальше. Еще на торце двери у нас то же самое на 15. Выкручивается такая штука. Ну вот как-то так это все и выглядит. Вот она еще защелка здесь. Ну вот я с обратной стороны показываю, где тут у нас какие защелочки. Так, задняя дверь. Здесь у нас ничего. По идее, на защелочках все. Вот здесь то же самое. Раз. Но здесь у нас вот ручка. И вот она два. И в принципе, как бы нечего тут и. Вот она, снимать. Наша задняя дверь, еще раз повторюсь. Вот он один шурупчик, вот он второй, вот они валяются. Значит, вот что нам понадобится. Значит, один у нас. На, господи, сколько он тут, на 15, этот на 27, и вот эту с ручку надо снять. Принцип как на Жигулях. Чтобы было понятно, значит, вот ручка, и как она выводится. Берешь вот здесь, подцепляешь чем-нибудь. Ну, я в данном случае использовал вот такую вот. Когда-то в молодости занимались шерстеклом, для резки шерстекла применял. И вот отдавил вот так. Вот он, доступ появился. И вот этим усиком, выступом, сдернул эту ручку. Вот. Ну и вот она, наша дверка уже подразобранная. Ну, не подразобранная, имеется в виду. Снял я вот эту декоративную обшивочку, вон она валяется. Теперь уже какой-то доступ у нас появился. Вот такая вот довольно несложная разборка, но есть, как всегда, какие-то мелочи, которые лучше один раз посмотреть, чем что-то ломать, искать и придумывать. Переднюю дверь. Вот тут вот такая вот хрень здесь стоит. Вот такая вот декоративная накладочка из дермантина. Дальше тут вот они, болтышочки два штуки. Снимается зеркальце. Вот таким образом вынимается вот отсюда вот эта резиночка с направляющих. И вот здесь опускаем, то же самое на двух болтышочках держится стекло. Ну и там дальше видно, как ручку снимать. То есть, в принципе, все уже видно наглядно.
Ну, естественно, когда дверь снимаем, тут папы, мамы у нас нету, поэтому придется вот здесь шлейф проводов лежит, все это на разъемах демонтировать и вот через эту дырочку убирать дверь. Слава богу, здесь на самоцентрующихся болтушочках, гайгочках, вот, проблем с установкой и выставлением зазоров не будет. Так что вот, в принципе, и все по разборке. Стеклышко откручиваем на 8 и вынимается оно сюда вот так вовнутрь. Вынимаем с поворотом вот, вот таким образом. У нас сейчас стеклышко находится. Я думаю, видно. Проблем тоже никаких. Вот такая голая дверь получается. Ну что, вот они еще. Вот на 11 ключек здесь у нас. Все это разбирается, рассоединяется аккуратно. Вот столько вот лишнего хлама получается. И то это еще не все. Если все остальное поснимать, хлама будет в 2 раза больше. Вот такая вот разборочка.